Здравствуйте! В данном видео я расскажу, как быстро преобразовать растровое изображение в вектор с помощью плагина Figma. Плагин Image Tracer предназначен для конвертации растровых изображений PNG и JPEG форматов в вектор. Ссылку на плагин я оставлю под видео. После установки плагина открываем в Figma нужное изображение. Это может быть, например, логотип или иконка, которую вы хотите преобразовать в вектор. Выбираем изображение и нажимаем правой кнопкой мыши на любом месте холста, чтобы открыть контекстное меню и запустить плагин. Выбираем Plugins, Image Tracer. В открывшемся окне нажимаем кнопку Place Traced Vector. И поверх нашего растрового изображения появляется вектор, у которого мы можем изменять цвет и который мы теперь можем масштабировать без потери качества. Мы можем экспортировать изображение в любом нужном нам формате. Надеюсь, видео оказалось для вас понятным и полезным. Ставьте лайк, оставляйте комментарий и подписывайтесь на мой канал. Удачи и творческих успехов!